Номер лота 2044, мотоцикл Yamaha FGR. Контрольное видео перед разбором и упаковкой. Так, мотоцикл весь, в принципе, целенький, ровненький. Зеркала, все целенькое, ветровое стекло, оптика передняя целая. Здесь вот на крыле на переднем есть небольшая потертость. Передняя покрышка. На троечку, конечно. В скором времени под замену. Тормозные диски ровненькие, без реборда. Вилочка сухая, без запотевания. Здесь сбоку. Все целенько. Есть здесь небольшой недочет по пластику. Здесь небольшие такие притирки минимальные. Но пластик нигде не раз... А не, ну здесь трещинка есть уже у него. В остальном здесь все целое. Бак без вмятин с этой стороны. Рычаги, пульты, все целое. Сидушки без недочетов. Укомплектован кофрами боковыми. Есть такое крепление. Можно установить центральный кофр. Кофры также не ломаны, ничего. Задняя покрышка. Серединка подвыкатана, тормозной диск ровненький, без реборда. С этой стороны кофр также целый, не ломанный, но небольшие царапки присутствуют. По баку, в принципе, тоже без вмятин, нужно просто отполировать его хорошо. По выхлопной системе есть недочетики. Здесь небольшие потертости. Пластик целый, не ломанный, только вот здесь небольшая тоже недочет. Поворачиваем ключ. Пробег всего 12 тысяч. Так. Запускается, работает ровненько, без посторонних шумов. Готовим к отправке. Ну и регулировка, да, ветрового стекла еще у него электро идет. Сразу проверим, все работает, все исправно. Ну, также он на полуавтомате, коробочка, все переключается.